Так, дорогие друзья, всем привет. Среда, 8.12. Заветный узел. Приехали на Барахолочку. Чуть-чуть люди есть, выкладываются. Идем, смотрим. Приехали на большую закупку. Вот хочу рассказать чуть-чуть для критиков. Очень много мне приходится удалять комментариев нехороших. 58 лет. 4 YouTube канала, больше 500, где-то 550 видео. 11 месяцев назад открыл YouTube канал, очень сильно заболел. Я производитель гипсовой продукции и хотел детям оставить, как ее делать, потому что думал уже все, дам дуба. И вот так начал. Первое видео снимал, не мог вспомнить, что такое отвертка, что такое скотч. Как вы понимаете, ну думал уже все. И вот так постепенно начал снимать, просматривая свои видео. И так чуть-чуть мозг начал восстанавливаться. Очень много путаю слов, вот, как вы слышите. Все получается по новой. Все по новой. Нужно изучать, запоминать. Вот это снял видео, просматриваешь и вспоминаешь. Вот такие проблемы были с мозгом. Так что мне лично все равно, ну вы должны понимать. И как вот я за 10 сентября будет год. 500 с лишним видео. В 58 лет влюбился в 28-летнюю. Вот чуть-чуть мозг пришел в нормальное русло. И видно, как-то оно сыграло. И все. И вот такие получились чувства. Вот и начал бегать, и начал снимать. Вот это бегаю и снимаю там по 5, по 7 видео в день. А как вы знаете, любовь, она длится 8 месяцев. Это уже наукой доказано. Вот мне еще 4 месяца придется бегать. Так что вот такое у меня состояние, друзья. И изучаем барахолку. До болезни изучал барахолку. Потом вот этот сбой у меня перед болезнью, говорил, у меня уже голова гудит, как колокол. Ну, кто видео смотрел, тот должен знать. И потом вот этот у меня срыв, сбой, болезнь, двухстороннее воспаление легких и дало осложнение на мозг. И все, ребята, думал, дам дуба. Ну вот, и, к счастью, оклемался и получилось так, что попал на YouTube. И теперь вот целыми днями я занят у самого производство, 3 огорода, в общем, загружен с утра до ночи. Вот так и живем, вот так и пашем. Так что это для критиков. Ну, а теперь идем на закупочку. Не унываем, друзья, в любой ситуации. Жизнь продолжается. Так, друзья, смотрите, вот такая у нас закупочка. Видите, да? Сейчас мы это все будем вести в магазин. Все выставлять и вам показывать. Вот такие вазочки ОФЗ забрали. Так что смотрите, вот такая красота. Все, работаем, ребята, работаем. Будем сейчас паковать, запихивать. Так, дорогие друзья, вот такой завоз. Пока мы это все разберем. Значит, смотрите, вот производство мое, видите, да, вот такое, это у нас для деток, вот, чтобы вы не думали, что я там балабол и все такое прочее. Это у нас разукрашка, большое внимание выделяем. Значит, и занимаюсь фигурами, занимаюсь копилками, вот такие мои работы. В декабре уже будет 6 лет. Как я этим занимаюсь. За эти годы у меня выработался вкус, свой вкус к красоте. Я теперь смотрю на вещи
И я приблизительно понимаю, как их делали, сколько мастер потратил на это времени, вот, сколько усердия и сколько приблизительно это стоит. Вот. И теперь у меня с годами выработался свой вкус. Вот мы сделали закупочку, сейчас цены не буду говорить, просто вам покажу. Вот смотрите, сливочники, молочники, ну это то, что я сверху, то, что я сверху собрал. Еще надо, конечно, все чистить. Венец всего, вот смотрите, такие три вазы ЛФЗ. Две одинаковые, видите, да, я снимаю без света. Так, что-то фокус не ловит. Вот, смотрите, видите, да? Две таких одинаковые и одна вот с рисуночком. Вот, смотрите. Значит, и вазы будут стоить по 170 гривен. Вот каждая. Ну, а мы сейчас будем выкладываться. Выкладываться, все чистить, все протирать. И будем постепенно все это вам показывать. Значит, есть пиалы Адыгея 50 лет. Ну, есть интересные вещи. Надо все теперь это разбирать и протирать. Ну, как вы поняли, да? Я понимаю красоту, потому что я сам производитель красоты. Я сам ее делаю. Вот своими руками делаю фигуры. Так что, кому это интересно, мы вот этот канал, который сейчас «Барахолка», мы все видео будем переводить на другие каналы. И здесь останется чисто «Барахолка». Значит, сейчас период отпусков, бархатный сезон. Покажи, пожалуйста, Наташ. Вот и саквояж. Сейчас мы вам покажем саквояж, и 4900 стоит. Это кто собирается в отпуск. Вот, сейчас вы посмотрите, какие красоты у нас есть в магазине. И впереди бархатный сезон. И может кто-то решит куда-то поехать. Вот смотрите, такая громадина. Видите, да, кожа. Все это кожа. И наш покажи. Большой, не знаю, где-то около полметра он. Около полметра в ширину. Вот смотрите, какой шикардос. Видите, да, это не стыдно. Не стыдно и за рубеж поехать с таким. С такой вещью. Всего-навсего 4900. Для такой вещи это сущие копейки. И вот смотрите, поменьше. Поменьше 3500. Видите, тоже саквояжик. Значит, и к нему идет ручка. Ручка вешать на плечи. Замочек. Все закрывается на ключик. В общем, друзья, прекрасные вещи. Кто собирается в отпуск, пожалуйста. Можем отправить в любую точку. Вот. Ну, давайте вот на этой ноте, такой саквояжной, мы и закончим сегодняшнее короткое видео. Вот видите, да? Значит, и 4900. И 3500 взяли и поехали на курорт. Бархатный сезон. Подписывайтесь, друзья, и ждите новое видео. Всем до свидания.